Всем снова привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Oblivion 4, или The Elder Scrolls 4 Oblivion. Вот, значит, что мы? Мы только что продали все барахлишко ей, да? Которое у нас было, и пора отправляться на следующее задание. А, мы не сдали еще наше... Да-да-да. Не принесли, значит, горестные вести Арейну и главе гильдии. Но сейчас мы этим займемся обязательно. Прямиком туда и направимся. А, естественно, мы лично не будем докладывать матери, потому что, ну его нахрен. Это до свидания сразу, карьера гильдейская. Ага, так, ну что, давай. Что-то долго ты грузишься. Как бы вылетом не пахнет. Кстати, очень даже пахнет вылетом. Либо просто... Нет, фу. Отлично. Так, ну вот эти вот рывки мне тоже не очень нравятся. Наверняка просто локация прогружается, поэтому... Поэтому так оно все и срабатывает. Арейн у нас должен быть находиться в гильдии сейчас, день-деньской. А не у себя дома сидеть. Но, по-моему, после вот этого... После этой новости Арейн у нас... его уволят, по-моему, что ли. Как ответственного. Так, стоп. Вас слишком много здесь. Могу чем-нибудь помочь? Да, блин, откуда вы все такой толпой? Позволь мне заняться этим. С возвращением. Что удалось выяснить? Да ничего хорошего. Так, Веранус Донтон. Мертв? Мертв. Что произошло? Дневник? Дай-ка я посмотрю. Компания «Черный лес». Ублюдки. Выскочки. Мне не хочется даже думать о том, как Велена воспримет эти новости. Он находился под моей ответственностью. Я сам должен сказать ей об этом. Тебе придется на некоторое время залечь на дно. Поговори с Азаном или Грокашем. Я сам поговорю с Веленой. У тебя впереди еще вся твоя карьера. Да, да. Еще увидимся. Да, это увидимся. И сбежал. А, может быть, он, кстати, домой к ней пошел. Так, кстати говоря, если он к ней пошел... Мы встречались много раз, но когда мы столкнулись с ним... Может быть, он с ней реально будет беседовать? Он прошел мимо меня, будто мы не знаком. Этого не может... Мне было бы интересно посмотреть на их диалог, если он действительно к ней пошел. До свидания. Докладывать. Что она ему скажет? Но похоже, что нет. Дом Донтона вот этот? Нет. Вот тот дом Донтонов. Ты его хорошо знаешь? Нет. А, все, он пошел к себе домой. Хорошо знает тут все пути дорожки. Да-да-да, он не докладывать пошел, а пошел домой. Так, я что хотел-то? Может, вы помните про заколоченный дом здесь где-то в Короле? Откуда доносятся какие-то звуки странные? Мне вот интересно посмотреть, что это за место такое, что за заколоченный дом. Да? Ну, нет, так нет. Мне повстречалась пара. Так, отсюда может. Там... Ну нет, не отсюда, вряд ли там дом закрытый. Господи, ты что, не убилась? Так, ну я вроде. Тебе нужно идти. Это с какой стати-то? Дверь-то не закрыта была? Или уже закрыта? А, ну, понятно. Привет! Ни хрена ты кто? Привет! А, ну ты никто, да? Удачного тебе дня! Так, может быть, какой-то из этих домов. Как дела? Что интересно? Дом Угала. Недавно Билета. Мне повстречалась пара грязевых крабов. Каст Скрибоний. Не вот этот ли? А, Ренальда Джимейна. Это тоже не то. Что там? Показалось. Так, ну какой-то из этих домов по-любому. Издает какие-то звуки. Ну, не вот эти лачушки. Малинтуса. Валуса Одила, дом. Как ты сегодня? Дом вот этой бабы. А, это Арейна. Может быть, вот этот дом? Нет? Альберик Лид. Нет, это маг этот, да? Слушай, по-моему, какой-то вот из этих. Ну, не Кастри. Блин. Пожалуйста, присоединяйся ко мне. Да не хочу к тебе присоединяться, я хочу найти здание заколоченное, или как оно там, какое-то такое, где что-то происходит по ночам. Здесь же был какой-то диалог. Так, в общем, друзья, я немного перепутал. Дом, из которого доносятся звуки, это действительно вот этот.
у Гала билета. Но там, по-моему, ничего интересного нету. Этот дом находится в другом городе, в котором действительно есть интересные вещи. Что-то странное происходит, поэтому мы потом тогда отправимся. Давайте сейчас тогда мы пойдем, наверное, куда? К Казану или Бурзугрукашу. Наверное, Грукашу будет быстрее. Получим очередной контракт. По-моему, осталось их 2 или 3 всего. И все. То есть, такие контракты мы перестанем выполнять, которые нам дают вот эти вот командиры местных отделений. И начнем уже четко работать по Черному лесу. То есть, как-то что-то с ним делать, потому что... Ну что, жопа. Сами видите, рекруты наши гибнут, дезертируют. То есть, что-то надо делать, если мы хотим сохранить гильдию в целости и сохранности. В своем полном комплекте. Хотя уже, конечно, полного комплекта не будет. Уже все разбегаются кто куда. Кто-то боится просто с компанией с этой сумасшедшей сталкиваться. Кто-то... Так, это мое, да? Да, это мое. Все на месте. Я этому очень рад. Так. Полагаю, ты хочешь получить новое задание. В противном случае не вижу большой необходимости болтать с тобой. Так, ну давай задание. У меня есть для тебя задание и очень важное. Тебе нужно поговорить с лордом Рукдумфом. Что за кекс? Он орк-аристократ. Хороший человек. Аристократ-орк. Наши семьи знакомы очень давно. А теперь его дочь пропала. Отправляйся в его поместье и поговори с ним. Найди его дочь и следи за своими манерами. Я не хочу краснеть потом из-за тебя. Ну да, ты что, мой батя, что ли? Так, леди Рокбуд. Женщина-орк неземной красоты. Теперь иди и найди ее. И не хами ей, или она оторвет тебе уши. Так. Иди помоги лорду Рукдумфу. И сотри эту улыбку со своего лица. Давай с твоего сотру. Потому что если ты покраснеешь, то пофигу, на зеленом видно не будет. Так, ну что, нам дали очередное задание, кстати, не так далеко. А, мы его еще не нашли, да? Ну, придется от этой шахты идти, это самое ближнее, наверное, место. И помочь, значит, найти дочку этого мужика, орка-аристократа, блин. Так, ну как же без... Без гоблина-то, тихо ты. Ах ты, скажи, нихрена себе, машется-то неплохо. Блин, вот это вот нельзя промахиваться так. Жать. Гоблины-берсерки, кстати, реально сильные ребята. Обычные гоблины, да. Даже пехотинцы себя ничего не представляют. А вот берса, да, видите, завалить его не так просто. О, стальной щит, нормально. Стальная булава дешевая и тяжелая, нет смысла в ней. А вот в отмычках вообще всегда есть смысл. У нас, я так понимаю, уже вечереет, да? Да, точно, 6 пм. Очередные какие-то пещеры и палатки на мини-карте. Мы туда сейчас не пойдем. Здесь есть прямая дорога, я так понимаю, к поместью этого чувака. Животные бегают. Так, ничего, виды достаточно красиво. Кстати, я вот помню, в Скайриме есть мод такой, модификация, называется Achieve Z. То есть, чем больше ты ачивок там выполняешь, тем больше тебе каких-то очков дают специальных, за которые ты можешь потом какие-нибудь бонусы прикольные получить, плюшки там, допустим, очко способности себе приобрести. Так. Что там, либо еще что-то. И вот там вот одна из ачивок. Это вот посетить как можно больше карт. То есть как можно больше местностей на карте. То есть вот просто пооткрывать тупо. Я уже просто по привычке бегу открывать карту. То есть вот хочу пещеру открыть. Вот я лагерь нашел. Здорово. Блин, бандиты-то какие-то злобные стали. Так, все лучники, да? Ну, они сейчас лягут быстро. Блин. Так, ну что, я думаю, пора свет включать. Как-то темновает. Темновато становится. Нихуя ты улетел. Ой, все, извиняюсь. Нифига ты улетел. Блин, да как вот?
Я боюсь по своему попасть одновременно, видите? Вот, отмычки — это прекрасно. Так, у нас здесь что? Сундук — это тоже очень хорошо, но он практически пустой, что очень плохо. Бедные бандиты, короче говоря. Бедняки. Так, что у нас тут еще интересного есть в окрестностях? Какая-то вот пещера на мини-карте маячит, но я туда, естественно, бесцельно не хочу идти. Тем более, что у нас есть задание, которое нам нужно выполнить. Так что давайте мы уже, наверное, пойдем. А хотя пещера, по-моему, ее следует найти. Она нам, если я не ошибаюсь, это пещера, которая в будущем нам пригодится. Пещера озера Аурус, по-моему, она называется. Это квестовая пещера. По основному, по основной сюжетной линии. Да, да, по основной сюжетной линии мы сюда придем еще. И надо сказать, квест этот будет не из легких, очень не из легких. Но мы попробуем справиться. Позже немножко, да? Так, это что у нас за камень? Вот здесь камни есть, они, короче, какие-то дают оружие, какие-то дают камень дракона. Что вот это вот? Судьба героя станет известной, когда герой станет знаменит. Вот эти вот камни полезные. Это как-то они называются, так, не камни судьбы, а как-то они камни знаков. Короче, что-то такое, вот эти вот камни, они дают определенные плюхи, если ты достиг определенного коэффициента известности. То есть, чем выше твоя добрая слава, например. Вот, добрая слава. Я так понимаю, у меня должна быть сколько? 50, наверное, для этого камня. Вообще, я многие камни уже могу посетить. Такие подобные. И мне уже дадут плюхи. Вот надо вот как-то таких камней поискать специально. Так, подождите, куда-то я не туда поперся-то, а? Поместье-то вон оно. Вот, надо попосещать такие камни. Какие-то дадут навыки, и тогда мы уже сможем создавать заклинания на эти самые навыки. И, допустим, там открытие замков через восстановление. Так, надо пацана своего поставить на горячий. Вот, поместится это с самого пацана. Можно тут подсидеть просто на чужой частной территории. Почему-то только бухла я здесь не вижу. Ой, блин, как прикольно, ребята. Вы бы знали, как мне нравится этот мир Обливиона. Это очень, блин, прикольно. У меня слов даже нету. Ой. Детство золотое. Ну, не детство, а юношество, наверное. Так, ну что, мужик? Реально аристократ, да? Поспать у него, наверное, даже можно. Да, реально. То есть он как бы не против. Так, грабить я тебя не буду пока что. Может быть, попозже, когда я... Повествуй. Да что ты говоришь? Ты хоть сам-то понимаешь значение этого слова, дядя? Изящный. Да, надо будет тебя грабить потом, когда я вором стану. Что здесь у тебя? Здесь фуфло. Ну ладно, повествую. А, ты из гильдии бойцов. Так можно резюмировать. Жесть. Исключительно. Я лорд Рукдум в Грошаргак. Давай проведем беседу о леди Рокбуд. Пока мы с тобой так лясы точим, ты понимаешь, что ее убьют? Ну-ка, давай о себе расскажи сперва. Я лорд Рукдум в Грошаргак. Как я могу тебя настоятельно просить? Че гонишь херню какую-то? Я простой деревенский парень, вообще ни слова не понял. Леди Рокбуд. Опасаюсь, что во время променада она подверглась нападению. Похищена! Я подозреваю, что это огры позарились на нее. Братья ваши меньшие, да? Поищи к востоку от моей резиденции. Говорят, им полюбились эти окрестности. Очень переживаю и буду чрезвычайно благодарен, если ты найдешь ее. Огры? Ужасные создания. Порождение зла и ужаса. Они свободно гуляют к востоку от поместья. Я надеюсь, ты положишь их существованию конец. А что еще про леди расскажешь? Пожалуйста, спаси мою дочь от этих животных. Я боюсь за ее драгоценную жизнь. Ну, понятно, ладно. Задача не получена. Ищем огров. Займись делами насущными. Ищем леди. Блин, всякое фуфло в этих красивых сундуках лежит. Так, что у нас? Леди где-то в той стороне. Она, кстати, не так далеко от резиденции. Это очень замечательно. Задание будет небольшим, но огры достаточно сильные твари, по идее. Но вы сами понимаете, что мы под надежной защитой брата нашего арбузного. Еще каких-то локаций куча, лагеря всякие. Вот они тусят.
Здорово, мужики. А вон и леди. Бум-бум. Налетели на моего пацана. Давайте сразу призовем еще одного. Потому что Атронах все равно долго не продержится. Огры бьют сильнее, чем тролли. А их тут сразу трое. Ой, мой уже этот улетел, да? Красавец. Да, огры реально сильные пацаны. О, видели, мой Дремора уже умер. Так, а где леди-то? Ага, леди. Бля, тихо. Я тут при чем? Это все они. Блин. Гаси, гаси их! О, один кончился. Хоть что-то. Блин. Да, видите, то есть мой Дремора буквально вообще на удар. Он загорелся, круто. Да, жестко, конечно. Так, зубы огра мне пригодятся, они дорогие. Отлично, мне нравится так их убивать. Ну чё, Атронах? Да блин, вот из-за того, что они туда-сюда вот так... Блин, Атронах-то сейчас кончится. Там буквально удар ему. Ну, два удара. Отлично, попали. Улетел. Ну, сейчас добьем уже быстро, ага. Хорошо. Вот и все, собственно говоря. Так. Так, а, позвонил телефон, к сожалению, отвлекли меня. Так, мною были убиты огры, похитившие леди Рокбуд. Нужно сопроводить ее домой в усадьбу батьки. Так, а леди у нас, она, наверное, вообще убежала. А, нет, похоже, она вообще не двигалась. Здравствуйте, леди. Мне так неловко. Ну, если бы ты была обычным видом человеческим, я бы сказал, что ты даже ничего. Я рада, что твари убиты. Я бы сделала это сама. Но, пожалуй, это не подобает леди. О, да. Возвращаемся домой. К моему отцу. Я вот думаю, что нихера бы ты не сделала, не убила бы. Слухи. Калавианцы гордятся своей репутацией независимых. Офигеть, как интересно. Ладно, пойдем. Пожалуйста. Покончи. Да уж покончили, пойдем. Так, ну тут, блин, все можно быстрее сделать. Чего? Не нашел локацию? Я ж там побывал только. Ну а да, это такие заглюконы бывают. То есть ты в локации можешь побывать, а ту точку, где конкретно она находится, то есть то место, да, когда вот ты вокруг здания бегаешь, допустим, или какое-нибудь строение, местности, надо в конкретную точку именно попасть, чтобы оно нашлось. И вот эту точку я как раз-таки, блядь, не обнаружил. Поэтому здание не найдено. Так, ну что, все, ты здесь. Сейчас нам, насколько я помню, выдадут хорошую волыну. Так, где? Ты нашел мою сумасбродную дщерь. Я сообщу Бурзу Грокашу о твоих адвенчурах. Возьми это. Он принадлежит моей семье уже многие поколения. Ну, спасибо. Отлично. Меня не покидает уверенность, что вскоре мы вновь встретимся. А, не встретимся. Ну, только если я сам к тебе не загляну. Так, а ты что скажешь? Пожалуйста, не говори об этом никому. Милейшая. Спасибо за помощь. Хотя я и сама могла разобраться с этим. Если б только мне было позволено носить топор. Понятно. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Я сейчас всем расскажу. И первый, кто об этом узнает... Будет Люсьен Лашанс. Вот, поместье нашли, видите? Сюда подходишь и находишь его. А прикольно обосновался, да, здесь? Хорошее место. То есть, хороший вид здесь. Клумбы. С деревьями. Стволик.
Но, я не знаю, сидеть здесь на улице холодно. Город Джерал, все-таки здесь уже начинается зима. То есть это годится для летней резиденции, но никак, наверное, не для зимней. Чисто так, для интерьера. Все, давайте сдадим задание, наконец-таки. И, скорее всего, сейчас мы от него ничего не получим. А может и получим, не помню. 3 или 4 задания осталось. То есть сейчас мы сдаем, и еще, наверное, задание 2 будет. От Азаны и от Грукаши, и все. А получили мы меч. Хороший такой меч. Меч Рукдумфа. Стоит очень хорошо он. Безмолвие 5 секунд при ударе дает. То есть это хорошая вещь против магов, как вы можете понимать. Особенно воину, который никак не может мага догнать. Гадского. Проще всего против магов, конечно же, вором, которые просто сосника их чпокают и все. Так. Твоя задача найти леди Рокбуд, боец. Чего ты стоишь здесь и болтаешь со мной? А, леди Рокбуд. Она вернулась, жива и здорова. Хорошая работа. Мне всегда нравилась эта девушка. Возможно, стоит навестить ее как-нибудь. Вот твое вознаграждение. Ну-ну, давай, удачи в любовных делах. Так, давай-ка мне еще контракт. У меня есть еще один контракт для тебя, боец. Думаю, ты с ним справишься. Я поручаю тебе разобраться с исчезновениями людей на заставе Харлана. Исчезновения? На заставе Харлана пропадают люди. Нас наняли, чтобы мы выяснили, что там происходит. Поговори с Дронарой Телис. Она тебе все расскажет. Ступай. Так, хорошо. Насколько я знаю... Перестань попусту терять время. Помню. Отправляйся на заставу Харлана. Немедленно. Нет, немедленно я туда не пойду. Мне надо меч продать. То есть подожду какое-то время. Насколько я помню, это задание достаточно непростое. В плане того, что придется на него много времени потратить. На зачистку пещеры. Где люди-то, собственно говоря, и пропадают. И это задание предпоследнее. То есть следующее задание будет у Азана, по-моему, и все. Так, ну давайте подождем. 8, 9, 10, 9 часов, наверное, хватит. Вот, следующее задание будет у Азана, и потом все, потом мы будем работать уже вместе с Арейном. Ну как вместе, он будет говорить, что делать, а я буду, как всегда, в одиночку бегать, все делать, все решать. Как это здесь принято в Обливионе. И в Скайриме тоже. Все для пап... Так, секунду. Забыл, как всегда. Пока. Сперва вот так. Для меня рад. И для меня рад. Здесь ты найдешь только качественные так. Товары. Получается специалист, да? Ну попробуем 60. Специалист это, конечно, не очень просто. Думаю, да, это честная сделка. У нас, между прочим, уже скоро 20 тысяч. Это очень прикольно. Это просто прекрасно, даже не прикольно. Пока. Отлично просто. Так, ну все равно, мне кажется, мне не хватит денег на шпиль. Но пока мы еще не закончили, да? Привет. Я не знаю тебя и не хочу знать. Ты че, погоня, охерел? Убирайся отсюда, пока я не приказал заковать тебя в кандалы. Так, ну что-то какой-то... Стрёмный парень-то. Ну-ка нахер отсюда, блядь. Нападение! Нападение? Блин. Ну да. Здесь уж ничего не сделаешь. Стой! А как ты меня увидел-то, а? Пошел в жопу. Оп. Так, ну мне помогает только этот парень. Хера ты. О, что за пушка? Блин, вот я бы ее продал. Не, ну это, конечно, все бред. Полный смысла в этом нету. Просто тупая трата времени. Так, игра вылетела. А, нет, не вылетела. Ну ладно, мы с тобой еще встретимся, чмо. Ты пока бегай-бегай, радуйся. А нам надо на заставу Харлана. А, кстати, не так уж далеко. Давайте мы сразу вот так вот в конюшню телепортимся. Или телепортнемся. И отправимся. Я не думаю, что мы, конечно, в этой серии закончим с этим квестом. Вполне возможно, что не закончим. Ни хрена рано. Но уже буквально на следующей серии, возможно, мы закончим с этими дополнительными контрактами и
Там не так далеко будет до завершения основной сюжетной линии гильдии бойцов. Будет здорово, конечно, пройти очередную гильдию. Мы будем уже не просто архимагами, а архимагами-мастерами. Ну, здесь высшее звание гильдии бойцов — это мастер. Вот облачность бы убрать, было бы вообще замечательно. В Скайриме, вот, да, которую мы проходим, там есть квест на погоду. Ой, не квест, а заклинание. Мастерское заклинание школы изменения. Там типа пальцами щелкнул. И все. Ой, да, я же бегать могу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Деревянно, конечно, здесь все по сравнению с Скайримом. Но что сделаешь? Такова уж игра. Акатоша. Почитай 9 божеств, исполняй свой долг. Молись у моих алтарей в часовнях, чтобы получить благословение. Акатоша, кстати говоря, мне магию повышает, насколько я знаю. Насколько единичек мне вот интересно. Повышение магии. Акатош мне дает 10. Да уж, охренеть как много. Но все равно хоть что-то. Так, нам на заставу уже. Вот, в Скайриме, как я говорил, да, есть заклинание. Щелкаешь пальцами, погода меняется по твоему вкусу, твоему усмотрению. А здесь вот, я не знаю, есть такое. Наверное, нету. А, нет! Говорят, в Моровинде пропал бога-человек Вивек. Некоторые думают, что его захватили. Ужас. Здрасте. Нам нужна твоя помощь. Давай. Доспехи кровавой метки. Чего? Какие доспехи кровавой метки? Я вроде успел прочитать, а говорит, ты из гильдии бойцов. А, хорошо, нам твоя помощь нужна. Ну-ка, исчезновение. Около заболоченной пещеры появились странные огоньки. Мы послали наших, чтобы узнать, что там такое, но они не вернулись. Нам нужна помощь. Что за огоньки? Они стали появляться несколько ночей назад. Странные мерцающие огоньки. Поутру уже ничего не видно. Но они были там всю ночь. Будь осторожен. Я так понимаю, это речь идет об этих... блуждающие огоньки, эти самые светящиеся парни, которые достаточно опасны, скоты, если к ним близко подойти, они из тебя все высосут сразу. Там и магию высасывают, здоровье. Неприятные твари. И они еще, как и привидения, неуязвимы для обычного оружия. Их надо только чем-то зачарованным убивать, либо... либо сейчас я разобьюсь. Нет, смотрите-ка. Вот здесь я точно сейчас губил. Ну нет, более-менее. Ура! Все ноги переломал. У меня лечилка, дай бог, хорошая. О, корень Нирна. Надо 10 штучек собрать, и можно будет отнести их по квесту. А у меня, по-моему, только 7 их. Так, вон. Давайте сразу дружище позовем своего и атакуем, потому что он обязательно... ударит по нам. А вон еще один. Я надеюсь, у тебя арбузы зачарованные. Да. Похоже, что странные огни, которые видели люди на болотах, это блуждающие огоньки. Не удалось найти никаких следов тех пропавших горожан. Однако блуждающие огоньки были замечены неподалеку от пещеры. Надо ее осмотреть. Видите, высасывают из нашего пацана все говно. И он как бы у нас проседает уже неплохо. Давайте вот этого позовем. Пусть поможет. О, один кончился. Светящаяся пыль — хорошая вещь, пригодится для подношения. Ой, у вас трое тут. Так, где там оздоровление? Хочу немножко подлечить пацана. Меня не трогай только. Гадость. Отлично. Так, ну да, их 3 было. Значит, пещера. Вот это самая пещера. В пещере, насколько я помню, были тролли. В немалом количестве. С троллями у нас, конечно, проблем не будет. У нас есть защитник. Который, кстати говоря, скоро сдохнет уже. Вот, но прежде чем мы отправимся исследовать эту пещеру и выяснять, что там приключилось с людьми,
пропавшими, да? Ну, наверняка они сдохли все. Вряд ли их здесь кто-то будет в плен брать. Хотя я вообще не знаю, что они здесь сделали. Так, ну давай до конца тебя подлечим уже. Вот, я предлагаю на этом серию закончить и продолжить следующий. А пока большое спасибо, что смотрели, друзья. Если серия вам понравилась, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всего вам самого хорошего и пока. До встречи.